Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире православного телеканала «Союз» программа «Литературный квартал». На днях в Екатеринбурге состоялась торжественная церемония вручения Всероссийской литературной премии имени Павла Петровича Бажова. Лауреатом премии в номинации «Поэзии» стала поэтесса из Санкт-Петербурга Екатерина Полянская за книгу стихов «Воин в поле одинокий». Наша сегодняшняя передача – знакомство с поэтом Екатериной Полянской и ее творчеством. А начали мы нашу беседу с вопроса не оригинального, но очень любопытного. Как вы стали поэтом? С чего все начиналось? Распространенные вопросы, ответить на него довольно сложно. Опять же, что считать за начало? Да, я в детстве писала стихи. Ну вот в совсем-совсем маленьком возрасте, причем мне потом уже даже вот бабушка Царствие Небесное, с которой мы жили вместе, которая меня и воспитывала, показывала какие-то свои тетрадочки, записи, где я еще писать не умела, она там что-то такое записывала, какие-то такие детские вирши. Считать ли это началом поэзии? Бабушка говорит, что я начала что-то такое писать, рифмовать, когда мама умерла. Вот, и я об этом узнала уже в сознательном возрасте. А потом я училась в самой обычной школе с уклоном в ПТУ. Вот, то есть школа, которую я готовила для продолжения профтехобразования, вовсе, так сказать, не для вуза. Да? Вот, какие-то стихи я там писала, вот, но никогда ни в какие детские литобъединения я не ходила. Бабушке было не до этого, ей нужно было меня как-то прокормить, видимо, так вот, скорее всего, да. И, наверное, это и хорошо, что она вовсе, так сказать, не считала дитятю гениальным и никуда не тащила. Вот, учитель литературы у нас был совершенно замечательный. Один раз я ему принесла стихотворение, вот, ну, такое совершенно наивное детское стихотворение. Я потом, вы знаете, мне как-то раз попали в руки стихи детишек где-то примерно этого возраста, которые посещали литобъединение в это время, но это были действительно настоящие стихи. То есть это вот то, что я там что-то корябала такое, это даже рядом не лежало. Это к поэзии не имело никакого отношения. Просто действительно детские стихи. Стишки детские. Вот. И, ну, учитель литературы меня по головушке погладил, так сказал, ну, молодец, хорошо. Вот. Ну, хочешь писать дальше, так и пиши. Все. На этом все закончилось. То есть что-то я такое вот пописывала. Начало это или не начало, я не знаю. Стихи Екатерина писать продолжала, но никому их не показывала. Считала это стеснительным и ненужным. Сначала поступила в один институт, но, не закончив, бросила. Потом в другой, Ленинградский медицинский университет. Закончила и стала врачом, травматологом-ортопедом в российском НИИ. Но любовь к поэзии сохранилась и тогда. Стихи я всегда читать, чужие стихи, я всегда любила, но это было очень интимное дело, об этом было не принято говорить. Это даже немножечко так насмешливо воспринималось, потому что, ну что там, ну стишки. Я никогда об этом никому не говорила, не рассказывала. Вот, так, писала, как теперь говорят, в стол, но я это не считала серьезными вещами. Нигде я, в общем-то, не училась литературно. Читала только то, что вот читать всегда любила, но что попадалось, то и читала. Вот, а потом уже в достаточно зрелом возрасте, и я говорю, что опять же, я то писала, то не писала, но вот у меня супруг взял мои стихи, так он мне даже ничего не сказал. Вот, я в это время в поход ушла, в конный, на 2 недели, а он отнес это дело все в редакцию журнала «Нева». Вот, как он мне потом сказал, просто, мне, говорит, надоело, что ты там по ночам что-то корябаешь, вот, пишешь. Вот, и я решил, что пусть тебе компетентные люди скажут, чтобы ты ерундой не занималась больше. И вдруг из редакции журнала «Нева», а там тогда отделом поэзии заведовал Борис Григорьевич Друян, совершенно замечательный человек, которого называли повивальной бабкой ленинградской поэзии, потому что уже пожилой человек, но сейчас он на пенсии, вот он очень долго работал в Ленинграде. Вот он именно, ну, еще в советское время, именно пробивал, а тогда нужно было пробивать, да, книги талантливых молодых авторов. Очень-очень много кого он действительно вот выпустил в мир, не говоря уже о том, что этот человек был другом Дудина, например, Михаила Дудина, вот другом Шефнера. То есть он очень много кого знал в это время. Супруг Екатерины оставил в редакции стихи, но между тем не оставил ни обратного адреса, ни контактного телефона.
И вдруг через несколько дней из редакции журнала «Нева» приходит письмо с просьбой прийти в редакцию. Я туда пришла, как-то меня это совершенно не волновало, ну пришла. Борис Григорьевич вдруг мне говорит, Катерина Владимировна, я хочу напечатать ваши стихи, они мне понравились. Знаете, говорит, у вас хорошие стихи, а вы, говорит, занимаетесь где-нибудь? Я говорю, нет, не занимаюсь. Вот тогда я действительно испугалась как-то, что вот как-то всерьез это восприняли. Говорит, более того, я вот будет первый номер журнала «Нева» за следующий год, вот все поэтические полосы я под ваши стихи отдам. Вот это, говорит, я имею на это право, и я это сделаю. И он это сделал. Вот. Ну и был некоторый скандал в связи с этим, потому что, ну, никому неизвестный человек, туда в него там, как выяснилось потом, там люди приносили стихи и просили, а Борис Григорьевич, он человек и очень порядочный, и очень упертый. Он, пожалуй, единственный из редакторов, который читал весь самотек, вот все, что приносили в редакцию журнала, он читал все. Вот. И решение о напечатании стихов принимал только, так сказать, вот в соответствии с личным вкусом. То есть вот если он считал, что стихи хорошие, вот он их печатал. Если он считал, что стихи нехорошие, как бы ему ни говорили, что там этот человек нужный, и надо бы напечатать, он этого не делал. Ну, собственно, поэтому ему пришлось уйти, в конце концов, уже потом, в 90-е годы. Может быть, с этого и нужно вести отчет к тому, что я более серьезно стала относиться к своим стихам, вспоминает поэтесса. А вскоре Борис Друян поинтересовался у молодого автора, а есть ли еще у нее стихи, и посоветовал издать книгу. И вот издали первую книжку. В ней были собраны самые юные стихотворения, а называлась она «Бубенцы». Наверняка каждому читателю слышится что-то свое в этом звонком слове «бубенцы». Но что имел в виду поэт, называя так свой сборник? Там были и стихотворения, в которых звучало это слово. И вот так вот просто вот мне понравилось, потому что, ну, может быть, потому что я практически помимо основной своей специальности всю жизнь занималась с лошадками. Вот. И вот это вот как бы тема всей этой амуниции, сбруи, бубенцов. Вот что-то там звенит, звякает. Вот это мне всегда было близко. Вот. Ну и Друян говорит, ну бубенцы так бубенцы. И издали книжечку. И тогда вот Борис Григорьевич, спасибо ему огромное, он начал мне давать книжки по вот, значит, современной поэзии. Он говорит, ты вот того-то читала, Тарутина читала? Нет, не читала. А вот того-то читала? Нет, не читала. Ну ты, говорит, серая, как штаны пожарника. Вот, говорит, те книжечки, вот на, читай. Говорит, бери, читай. Вот, и вот, ну, говорю, что очень я ему благодарна, он дал мне возможность, в общем-то, познакомиться с тем пластом литературы, ну, ленинградской, конечно же, да, который, поскольку в школьную программу ничего это не входило, так особо, так сказать, в магазинах не лежало. Вот, у меня никакого литературного окружения, никого, кто мог бы там направить, сказать, что ты вот почитай вот это, или, так сказать, прочитай вот это, да, этого тоже не было. То есть совсем другой мир, совсем другая жизнь. Вот, и вот он мне очень сильно в этом помог. Не печалься, душа. Среди русских воспетых полей и чухонских болот пустырей обреченного града ничего не страшись, о сиротстве своем не жалей, ни о чем не жалей, ни пощады не жди, ни награды. Нас никто не обязан любить. Нам никто ничего в холодеющем мире, конечно, не должен. И все же не печалься, душа, не сбивайся с пути своего, беспокойным огнем ледяную пустыню тревожа, согревая пространство собою всему вопреки, предпочтя бесконечность свободы законом и сроком, на крыло подымаясь над гладью последней реки, раскаляясь любовью в полете слепом и высоком. Если я что-то пишу, то это значит, я просто не могу не написать.
Ну, это как, извините, ну, как некоторая физиологическая функция. Вот. Но если раньше я вот написала, ну, написала и освободилась, грубо говоря, да, вот, то вот после вот этого я поняла, что с текстами-то надо работать. Вот. И вот как надо работать. И научилась, собственно, работать именно с текстом, что это действительно, помимо того, что на тебя что-то там снизошло, вот на голову упало, ты там сел и радостно быстро что-то написал, да, это еще огромный труд. Потому что тут не сходится, тут не стыкуется, здесь хотелось бы сделать лучше. И вот начала я работать действительно с текстами тогда, когда стали издавать первую книжку «Бубенцы». Потому что вот в этой первой книжке как раз Борис Григорьевич выполнял именно функцию редактора, а редактура у него была очень интересная. Он говорил так, значит, вот я стихи принесу ему, и он говорит, значит, вот, Катя, вот это стихотворение у тебя плохое, его не надо. Говорит, ну, говорит, вот ты почитай, говорит, и вот подумай, почему оно плохое. Говорит, понимаешь, что плохое? Говорит, ну да, понимаю, плохое. А вот это, говорит, стихотворение, у тебя хорошее. Говорит, но здесь у тебя вот две строчки плохие. Ты подумай, как с ними поработать сама. Вот, говорит, если ты сейчас поймешь, что такое хорошо, а что такое плохо, и поймешь, как надо работать и как вычленить, да, ну, говорит, тогда ты будешь дальше что-то писать, работать, и будет из тебя толк. Если, говорит, ты не поймешь это самое, не почувствуешь, то, говорит, чего? Говорит, учить этим вещам невозможно. А вот, ну, видимо, все-таки какая-то склонность к этим вещам у меня есть природная, наверное, иначе бы и не писала, да, плюс еще все-таки желание учиться и слушать. Вот, а надо сказать, что учиться я очень люблю. Это, что называется, хлебом не корми, просто возможности, к сожалению, такой нет. Вот, и как-то я очень быстро все это схватила и поняла. Святитель Николай Сербский писал: «Облеки свою жизнь в песни. Прошу тебя, облеки жизнь в песни. Тогда ты сможешь ощутить гармонию жизни и свою связь с гармонией. Ты можешь анализировать свою песню, но не забывай петь. Критики поэзии рождаются и умирают, а песни продолжают жить. Критика мертвит, песня живит. Только поэзия может воскресить прозу. Поэзия произросла от древа жизни, проза из древа познания. Все мы знаем, у лжи короткий век, истина вечна. Почему еще поэзия живет дольше прозы? Не потому ли, что она ближе к истине, ближе к жизни? Если же облечешь свою жизнь в песню, и ты станешь ближе к истине, ближе к жизни». Пришло понимание того, что это работа. И тогда я вспомнила, что на самом деле однажды в детстве еще когда-то я видела черновики Пушкина. Маленькое стихотворение. Малюсенькое стихотворение. Значит, 8 строчек. И безумная, вот эта пушкинская легкость знаменитая, да, вот которая уже как бы... И безумное количество исписанной бумаги. То есть огромный труд за этим, за всей этой легкостью стоял огромный труд. И я поняла, что это, да, это действительно так. Что вот, видимо, где-то там затерялся первоначальный вариант. Может быть, из каких-то вот какая-то строчка пришедшая. Да и, может быть, и эта строчка, которая первоначально пришла, может быть, ее уже в окончательном варианте и нет вовсе. Вот она могла вообще уйти, быть забракованной в итоге, потому что не состыковаться совсем, как бы совсем другим. Вот с нее, да, все началось. Вот то самое вдохновение. Вот, кстати, интересное слово «вдохновение», да, оно присутствует же во всех славянских языках в том или ином варианте. Скажем, в польском языке это «натхнение». У нас вдохновение, у поляков «натхнение». То есть все-таки нечто, что пришло к тебе откуда-то свыше, да, «над», то, что в тебя вдохнули. Но вдохновение вдохновением, натхнение натхнением, но за всем этим и в определенный промежуток времени должен следовать очень серьезный труд. Вот. Да, он вдохновенный, но он при этом очень потный. Что такое поэзия? Как ответить на этот вопрос? Что это за сила, заключенная в некоем словесном потоке, которая, соединяя смысл того, о чем говорится в тексте, с ритмом, лексическим своеобразием, звучанием строк, образует словесную ткань, несущую нечто большее, чем литературный пересказ,
а именно определенную духовную энергию, заставляющую нас волноваться, превращающую подчас небольшой отрывок текста в ценность, которую народы хранят веками. Итак, что же такое поэзия? Что главное в стихотворении? Очень-очень сложно ответить на этот вопрос. Как правило, приходит какая-то вот мысль в виде ритмической фразы. Я отвечаю, говорю только за себя. Может быть, у других людей это все как-то совершенно по-другому. То есть никогда, вот лично у меня не бывало так, что дай-ка попробую я вот эту мысль сделать и развить стихотворно. То есть, может быть, технически я бы это и смогла сделать. Может быть, у меня технических возможностей, скажем так, вот самого версификации, да, как это терпит, наверное, бы и хватило. Вот сесть, да и, так сказать, оформить таким образом. Но это бы не было, конечно, поэзией, потому что есть такое неуловимое понятие «факт поэзии». Кстати, тоже друяновское. Вот он или есть, или нет. Вот или есть, или нет. Что это такое, я вам не могу сказать. Вот. Но бывают стихи, в которых вот все хорошо, вот мастер, вот все мастерски сделано, ни к чему не придерешься. Факта поэзии нет. Вот ты вот просто вот где-то вот тут вот чувствуешь, что его нет. А бывает, что там и блохи есть, и шероховатости какие-то есть, и даже обидно бывает, что тут вот бы доработать бы, но вот не доработал автор. Но факт поэзии есть мощнейший, оно пробирает, что называется, так сказать, морозом по коже идет. Вот это факт поэзии. Вот. И поэтому вот приходит вдруг, действительно приходит какая-то вот мысль или строчка в виде вот какой-то вот какого-то ритмизированного кусочка. А дальше она начинает просто мощно тянуть за собой что-то другое, и ты уже не можешь ничем другим практически заниматься, пока ты этого не сделаешь. То есть это такой вот императивный позыв, скажем так. Махаон – это бабочка такая. За еловой стеной, за торжественным хором сосновым, где косые лучи меж ветвей паутинку сплели, есть лесная поляна, заросшая цветом лиловым. Там танцуют стрекозы и грузно пируют шмели. День звенит и стрекочет, кружится, мерцает, мелькает. Только перед закатом, когда в золотой полусон по стволам разогретым смолистые капли стекают, приплывает сюда на резных парусах махаон. Он неспешно плывет, и как чистая радость искрится, так несуетно царственен и от забот отстранен, все встречает его, и цветов изумленные лица, и гудение шмелей, и беспечных кузнечиков звон. С каждым вздохом крыла отлетает он выше и выше. Свет вечерний дрожит над моим неподвижным плечом, и взрывается время, мешая небывшее с бывшим. И душа вспоминает, и не понимает, о чем. Кроме того, что Екатерина Полянская – автор 4 стихотворных сборников, лауреат различных литературных премий и конкурсов, она еще и переводчица поэзии с польского и сербского языков. Да, я переводила и довольно много переводила стихов с польского языка. Без подстрочника я сама делала перевод, потому что я сама выучила польский язык. Вот. И меньше, конечно, но тем не менее переводила из сербского языка с частичным подстрочником. То есть сербский я, конечно, знаю гораздо хуже польского, вот, но тем не менее переводила. Вот. А с переводами с польского там это вообще получилось очень смешно, потому что первую-то поляки перевели меня. Вот, они меня перевели совершенно случайно, просто в 2003 году, к 300-летию Петербурга, в Варшаве была издана книжечка «Память», то есть «Память», и туда вошло 15 петербургских поэтов, значит, несколько вот классиков, начиная от Ольги Бергольц, то есть уже покойных, и они сами, то есть вот
пан Марек Вавшкевич, председатель Союза писателей польских, кстати, человек, прекрасно знающий русский язык и долгое время живший в Москве и в Петербурге, очень хорошо знающий русскую литературу. Вот он сам взял просто подборки журнала «Женевы» за несколько лет и, значит, выбирал, кого из ныне живущих они бы хотели... То есть тоже они не советовались ни с кем наверху, не интересовались, там, какое мнение у кого на этот счет, мнением товарищей. Вот. А выбрали просто вот нескольких авторов. Вот. И вот мне выпала честь в эту книжку попасть. На следующий год поэтесса была приглашена на фестиваль поэзии «Варшавская осень». Приехав в Польшу, Екатерина с ужасом поняла, что ни слова не знает по-польски, в то время как польские поэты очень хорошо знали русский язык и могли свободно общаться. Мне сначала было крайне неловко, но там в основном все-таки люди более старшего возраста, что я ни слова не знаю, а они-то по-русски знают. Ну, молодежь не знает теперь, да, а они-то по-русски знают. И литературу русскую знают, в общем-то. И когда я уезжала уже, ну, мне подарили, ну, как это принято всегда, да, книжечек надарили всяких разных. И мне стало так интересно, я решила попробовать вот перевести хоть что-то, посмотреть. Была одна книжечка там билингв, то есть там были стихи на русском и на польском. А меня всегда, а я к тому времени единственный язык, который я еще к тому тоже изучала сама, это латинский язык, который мне страшно нравился. И вот как раз вот, ну, смешно сказать, когда у меня было свободное во время беременности я лежала на сохранении, я учила латинский язык, потому что у меня было время на это. Вот. И мне стало страшно интересно вообще вот изначальные корни языка и латинского, и славянских. Вот, и старославянский тогда же я немножечко знаю. Вот, насколько это интересно, где вот общий славянский корень. И я стала, значит, этот вот польский язык, достала учебник, достала «Велки словник», и вот как бы сама его осилила. То есть интересно мне было безумно, конечно. Стала смотреть эти стихи. И когда я, в общем-то, ну, может быть, конечно, не до очень высокого уровня, но все-таки до того уровня дошла, что могла не просто так вот перевести слова для себя, а понять, что вот это стихотворение мне нравится, вот это, допустим, не очень нравится, а вот это вот очень нравится, а вот это так вообще принимает. У меня появилась потребность то, что мне нравится, попереводить. Вот. И я начала переводить. Вот. И отослала переводы пану Вавшкевичу. Вот. А он посмотрел, говорит, что это человек, который он польский литератор, но, так сказать, прекрасный русский язык знающий. Он говорит, слушай, а ведь очень хорошо получается-то. Вот, и тому же Друяну показала. Вот, это меня окрылило в достаточной степени. И опять же, когда было свободное время, опять же, когда... То есть вот тоже отличие, вот, ну, грубо говоря, профессионала от непрофессионала. Мне, чтобы перевести, я не могу перевести вот просто так. Вот мне бы сказали, даже если бы мне деньги заплатили, допустим. Вот, и сказали, что вот нужно перевести вот того-то и того-то. Может быть, технически я бы что-нибудь и сделала, но, скорее всего, у меня бы получилось плохо. Мне, чтобы перевести, мне нужно, чтобы это стихотворение мне понравилось, и, грубо говоря, чтобы вот у меня появилось, ну, скажем так, опять же, вот как это не банально, но некоторое вдохновение для работы. Хотя это тяжелый труд, перевод, но все равно мне нужно, чтобы мне появилось, чтобы меня это захватило, чтобы мне стало интересно, чтобы я захотела перевести именно это стихотворение, отнеслась к нему практически как к своему. Польская поэзия действительно очень отличается от русской. В ней есть свои особенности. Вы поймете, о чем идет речь, услышав хотя бы одно произведение. Итак, стихотворение известного польского поэта Марека Вавшкевича в переводе Екатерины Полянской, которое называется «Свинец». За ворота коней выпускают. Они идут медленно, словно бы в мышцах у них еще остается сонный свинец. Но поодаль уже смеется, играет река, лучами солнца сшитая с лугом. Вот кони пьют неуловимую и непослушную воду. Свинец течет по реке, в утиные клювы, в рыбьи рты ненасытные, чтоб потом войти в нас. А освобожденные кони летят по лугам прямо к солнцу, непомнящие и невинные. Я пишу в основном все-таки классическим стихом, у меня очень мало верлибров, они есть, но их мало. А вот поляки пишут на данный момент практически только верлибром,
Вот они не признают силоботанический стих, считая его несерьезным. То есть у них есть силоботоник, но в основном силоботоником пишутся так называемые фрашки, то есть фраски. То есть это нечто типа наших... Это нельзя назвать частушками в полной мере, но это такие вот шуточные стишочки, так сказать, абсолютно несерьезные. Вот. А все, что, так сказать, философично и метафизично, оно пишется обязательно верлибром. Считается, что только вот верлибрам это можно передать. Да? И с одной стороны, вроде бы, и вот многие говорят, да, ну ерунда какая, верлибр перевести. Но русский-то верлибр – это гораздо сложнее, чем польский верлибр. Для того, чтобы это был стих, для того, чтобы в нем был факт поэзии, а не просто кусок прозы, да, это нужно очень его хорошо чувствовать, вот, и очень сильно потрудиться. Чтобы это не был просто технический перевод, вот как бы слово-слово. Потому что мы, да ну что там переводить-то взял, да вот все равно же рифмы нету, ритма нет. А вот нет, есть ритм своеобразный. В верлибре обязательно есть свой своеобразный такой капающий ритм объемов. Вот, и если ты его смог перевести, а в русском языке, поскольку русский язык вообще гораздо более ритмичный и более пластичный, и он... очень как раз легко поддается вот обработке силоботоником, сделать из него верлибр, хороший верлибр, настоящий, очень сложно. От любви, от печали, от жалости не взяла ни крупинки, ни малости, ни добра твоего и ни зла, ничего я себе не взяла. Не кляла, не рыдала заучена, только крест на шнурке перекрученном, крест нательный на тонком шнурке, крепко-накрепко сжат в кулаке. Беседовать с поэтом Екатериной Полянской мы продолжим в нашей следующей передаче. А на сегодня это все. До новой встречи на следующей неделе. До свидания.